Погода в московском регионе сегодня продемонстрировала все краски зимы. Метели, синее небо. Все это за несколько часов. День начался с сильного ветра, около 10 метров в секунду, а позже во многих районах зарядил снегопад. Видимость упала до минимальных значений. Впрочем, очень скоро метель утихла, выглянуло солнце. Сейчас над городом переменная облачность, но прогноз подсказывает, что в ближайшие сутки осадки могут возобновиться. Еще через пару дней станет совсем холодно, а потом очень тепло. После достаточно холодных дней, в конце рабочей недели, наступает потепление. Уже в субботу, несмотря на холодную ночь, когда температура будет даже до минус 12 по Московской области, дневные температуры повысятся до положительных отметок, а в воскресенье это повышение станет еще более заметным. Уже вот температурный фон около 5 градусов. Не исключено, что и в воскресенье, и в понедельник температуры могут быть по Московской области до 8-9 градусов выше 0. Самое интересное, конечно, какая погода ждет нас в новогодние праздники. Давайте точный прогноз, говорят специалисты, пока рано, но, скорее всего, как и полагается, будет легкий освежающий мороз.